владелец вот этого автомобиля, вот этот, в нетрезвом виде въехал в мой автомобиль. Явные признаки вообще алкогольного опьянения у него? Ну, если надул 1,3, то... Я стоял, он пришел, сел и поехал, да. Я ему сигналить, он раз, угу, ударил вперед и еще раз ударил. Потом ага, попытался уехать. А, то есть вы отказались от прохождения метасвидетельствования, а здесь на месте вы прошли, нет? Прошел, да. И что показал прибор? Трезвый. То, что я вижу, 1,3 промилле у человека. Да. То есть вы полностью трезвый, да? Да, да, да. Экспертиза уже подсказала все. Хотел сказать, вообще те, которые садятся за руль пьяными, им, или которые думают, чтобы сесть, да? Ну, уже прекрасно, что можно сказать. Ну, желательно цензурно, если возможно. Нет ничего. Нет. Цензурного. 1,3 промилле, это показывает прибор. Это трезвый. Это трезвый? Да, конечно.